как мощное негаснущее светило притягивают нас мысль, образ, гений, личность первого поэта России, прожившего неполные 38 лет, но владеющего веками и тысячелетиями. Пушкинские места обладают особой притягательной силой. Царское село, Москва, Петербург, Болдино, Михайловская, Одесса и, конечно же, наш Кишинев. Кишинев входит в эту счастливую череду пушкинских мест, потому что в нашем городе 10 февраля 1948 года был открыт дом-музей Пушкина. На будущий год нам исполняется 65 лет. И с тех пор каждый день, зимой и летом, в мороз и зной, к нам приходят, приезжают люди со всего мира. Объединяет их одно желание – узнать, как жил великий русский поэт в далеком от пышных столиц, южном, захолустном, провинциальном городе Кишиневе. И каждый день здесь происходит чудо. Век 19 встречается с веком 21. Пройдут года, пройдут века, на смену нам во след придут другие, но будет в домике всегда сиять тепло души твоей, Россия. Вам огромное спасибо, потому что вы доставляете нам большое море удовольствия.
исполнять эти песни. И спасибо за предоставленное право исполнять ваши песни. Ну и с удовольствием представляю своих детей. Безязычный Денис, Арбаджи Дмитрий, Шинкова Анна, Покровская Татьяна, Сурка Татьяна. Международных конкурсов. И тем не менее, они сегодня очень волновались. Да, и руководитель Евгения Болотова, которая работает с этими замечательными детьми, которые представляли нашу страну за рубежом не единожды. Они, конечно, сегодня волновались, потому что очень много недель русского языка проходит сейчас в различных школах по республике, и у нас в лицее. Я знаю, что Дмитрий Кантемира и в других лицеях города проходит неделя русского языка и литературы, поэтому ребятам огромное спасибо за то, что они сохраняют традиции, за то, что они пропагандируют творчество Александра Сергеевича Пушкина в современном мире. Это проект уникальный и удивительный, потому что действительно очень мало юных сердец, которые бьются в унисон с сердцем Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому низкий вам поклон, ребята, и низкий вам поклон, Евгения Витальевна.